из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы ведем репортаж из одного тоже очень важного рокерского места города Москвы и вообще всего Советского Союза бывшего. Это главный универсальный магазин ГУМ, который находится на Красной площади. А я вам объясню, почему это рокерское место. И начну сразу с козырей. А это потому одно из рокерских мест знаменитых, потому что Гарик Сукачев со своей бригадой S и совместно с Аллой Пугачевой спели песню «Мал помалу». И клип на эту песню снимался именно в ГУМе. Вы мне злорадно скажете, так Алла Пугачева же эстрадная певица, а не рокерша. И при чем тут рок? И добавите, что мне нечем крыть вашу карту. А я точно так же ехидно отвечу. Так все-таки в одной из главных ролей в клипе снимался Гарик Сукачев, знаменитый рокер. Вот ваша карта и бита моими козырями. Теперь я надеюсь, вы убедились, что это рокерское место. Во песня, и клип еще лучше. Они катят в инвалидной коляске Аллу Пугачеву, она с трубкой катят по вот этому проходу и поют эту песню. Великолепная песня. О! Как не баба, а мужик, но ты уши затыкал, мал-помал ты привыкал. А почему еще ГУМ рокерское место знаменитое? Да потому что все дети Советского Союза обожали прийти в ГУМ, кто мог это себе позволить. И здесь на таких тележках возили знаменитое московское гумовское мороженое, пломбир в хрустящих стаканчиках. Потрясающая вещь. Я обожал сюда прийти и купить это мороженое. Вы не представляете, насколько оно было вкусное. Сейчас тоже продают мороженое, но уже не на тележках, а в таких вот будочках. Но все равно мороженое хорошее, но не то. Конечно, не то мороженое. А вот поэтому это рокерское место. Ну какой рокер не любит мороженого? Хорошего московского пломбира. Я лучше мороженого вообще не ел в мире. Пойдемте купим себе мороженки. Продайте мороженое. Пломбирчик. Сколько стоит? 100 рублей. А раньше 19 копеек. Встречайтесь в центре. Вот она, красота. Конечно, не то уже, но все равно. Сейчас попробуем. Неплохо. Хрустит стаканчик. По-рокерски хрустит. Не сдает фузовый звук гитары. Ну и хрип, конечно, гроулинг. О, для гроулинга хорошо поесть, чтобы горло чуть-чуть остыло. Хрустит? Так что, ради того, чтобы рассказать и вспомнить про рокерское мороженое, я нарушаю диету. Ребята, извините, но куда деваться? Ну что здесь еще было всегда хорошее в Советском Союзе? Здесь был прекрасный гастроном номер один. Он так и остался, гастроном номер один. Здесь было все. Вот кто проезжал со всей страны сюда, сюда можно было прийти. Здесь различные консервы были, и рыбные, и мясные, и овощи, и фрукты. Ну, это была витрина Советского Союза. Спиртное было любое, даже заграничное. Поэтому, конечно же, куда шел рокер, когда у него были деньги хоть какие-то? Не в подворотню за самогоном. Он шел сюда и покупал здесь виски, чтобы попробовать заграничной британско-американской жизни. Как там рокеры? Пьют виски. Вот так. Ну и так как это была витрина Советского Союза, здесь было все. А я даже живя в хорошем городе, в Днепропетровске, в полуторамиллионном городе, будучи студентом, и один раз в год я летом приезжал сюда, чтобы купить себе костюм и пальто. Потому что здесь оно всегда было. И самое интересное, что я приезжал, покупал хороший костюм, причем советского пошива, советского, не западного. Но наши покупали западные лекала, итальянские, и делали отличные костюмы. Вот такие. Большевичка делала отличные костюмы.
И однажды мне повезло, я еще и купил себе пальто шерстяное, тоже по итальянским лекалам. Потрясающее пальто. Я был первым парнем на деревне под названием Днепропетровск. Оно было такое, плечи были реглан, модно очень было. И красиво, такой серо-темный цвет. Вот, пальто было. Вот так вот я вот здесь затаривался. Ну, я думаю, что многие из Советского Союза, кто мог себе позволить приехать в Москву и прийти в ГУМ, одевались здесь. Здесь было много всякой одежды. Ну, цивилизация, конечно, пришла и в ГУМ. Раньше были обычные ступеньки. Теперь все как у людей на эскалаторе, чтобы ножки не потели. Вот так. Поеду, проеду. Ну и здесь руководство ГУМа сделало неплохую экспозицию, напоминающую всем рокерам о более ранних звуковоспроизводящих устройствах. Различных радиоприемниках, видите, телевизоров. Видите, телевизор был прекрасный. Видно все. Во! Проигрыватель. А я напомню вам, что здесь было три скорости. 33, 45 и 76. В зависимости от пластинки. Вот тут было переключение скоростей. А магнитофончики, помните? Комета. Это мелодия. Тоже две скорости. 19 и 38. На 19 экономили, но там звук был чуть похуже. Лето медленнее тянулось. А 38 это уже жир был, потому что быстрее кончалась пленка. Но что? Когда надо было сохранить качество, делали на 38. А потом, конечно, техника усложнилась, улучшилась. Появились прекрасные проигрыватели. У меня был электроника B101, 1000 рублей стоила. Там уже вот этот вот звукосниматель, он так плавно ложился, там были противовесы, всякие гирьки, чтобы он не царапал пластинку, так аккуратненько. Я получал наслаждение. Я включаю, что он так медленно опускается и аккуратно воспроизводит хорошую виниловую пластинку. Стоит у меня где-то в сарае, пылится. Надо будет его в музейную экспозицию свою забрать. Потому что сейчас уже даже плееры не используют. Все в телефоне. Ну что, у меня сегодня день разврата. Мороженое съел. А видите, лимонадик. Как бы мимо него пройти-то, а? Старый, советский. В этих в конусах. Хочу. Душа требует лимонада. Дайте выпить что-нибудь самого вкусного. Грушевого есть? А буратино есть? Буратино есть. Буратино самый рокерский. Потому что что такое рок? Это гитара, это барабан, это дерево. Поэтому буратино это представитель рок-музыки. Давайте буратино. Буду буянить сегодня. Напьюсь. Фикс прайс, все по 100 рублей, мороженое 100, буратино 100, раньше 3 копейки стоил, 3 копейки, напоминаю всем, метро 5 копеек, буратино 3 копейки. Вот как обесценилась наша валюта, но ничего, я думаю, что наше правительство делает все возможное, чтобы все возродить нашу былую мощь. И получается, глядя по антуражу, даже того же ГУМа, вот так. Ну что, за здоровье всех рокеров! Рок-н-ролл forever! Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.